Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Итак, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Холиплей. Первый серм, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня я вам расскажу то, что я девятка солнца... Ой, солнце, юшки. Я девятка ОПГ Южного. Просто я был в ОПГ Южном до того, как сюда попал. Леон Капулов там был девяткой. И он прошел обзвон. Леон Капулов — это мой хороший знакомый, с каким я уже знаком почти больше, чем, наверное, 3 месяца уже. С каким я постоянно общаюсь в скайпе и так далее. Он встал на лидерку и вот пригласил меня на девятку. Теперь я девятка в ОПГ Южном. В ОПГ Южном. Так, еще по складу у нас давайте посмотрим. Пройду вам небольшую экскурсию. Что здесь и как, где находится и так далее. Сейчас активно провожу собес, поэтому вот посмотрите видос, можете приезжать к нам. Я вас приму, проверю. Если у вас есть скиллы, хорошие скиллы, там по 100%, то вы попадаете в кап состав на 5 ранг. Поэтому советую к нам приходить. Так, у нас патронов много, металла у нас не очень много, деньги есть, наркотики, дерево. Ну, нормально, короче, да. Хотя у нас склад вообще пустой, капец. Я просто в шоке. Короче, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. База находится у нас вот... Где, короче, поезда стоят. Возле поездов. Сейчас давайте я вам покажу. Вот у нас здесь поезда должны быть. Но, видимо, кто-то на них работает сейчас. Поэтому их здесь нету. У GPS можете найти у нас вот так. GPS. Пишите потом организации. Нет, вот, нелегальные организации. И ОПГ-юшка. Самый первый, видите? ОПГ-юшка. По карте давайте я вам покажу. Вот Южная. Вот станция, это где поезда, и вот наша ОПГ здесь. Ну, думаю, все понятно и ясно. По транспорту у нас здесь белый такой транспорт. Вот эти наша машина с белой. Запомните, у нас вот такие вот белые тачки. Чтобы вы на нас не путали нашу ОПГ там с другими. Вот у нас белые такие машинки. Вот у нас база. Давайте зайдем на базу еще раз, я вам все здесь покажу. Я буду собесы делать, я буду делать стримы, короче, и так далее. Кто будет там кукарекать, блат и так далее, идите просто нахуй сразу. Просто идите нахуй. Лен мой хороший друг, он уже 5 раз пытался встать на лидерку. 5 раз пытался. И вот наконец-то встал. И всегда он мне говорил, что типа вот, пойдешь ко мне на девятку и так далее. Поэтому блата никакого нету, можете, хейтеры, идти сразу нахуй. Вот так вот. Обычно ранги могут брать патроны и так далее. Вроде бы с 3 или 4 ранга склад доступен. Нет, а не, сразу он доступен, по-моему. Или нет, или со 2. Ну, ложить вы сможете сюда, по-моему, а брать я не помню, с какого ранга. Вот у нас так замаскированы под автоматы. Ну, интерьер прикольный, мне нравится. Я когда первый раз увидел, вообще охуел. Поэтому, блин, интерьер по кайфу. Вот здесь у нас такая кабинка. Я, конечно, когда спавнюсь, блядь, постоянно здесь можно заблудиться, реально. Типа, кабинет у нас. Кстати, приду привет Леону Капулову. Леон Капулов, привет тебе, короче. Это лидер, если что, это мой знакомый, хороший мой дружбанчик. С каким мы постоянно в скайпе сидим. И какой сейчас тут на лидерке в ОПГ Южном. Где я сейчас девятка. Ну, то есть, здесь, как вы поняли. Так, давайте. Выйдем. Мне, честно, вот эта база нравится больше всех. В ОПГ солнце, знаете, как-то, блядь, заебало. Да, ее изменили, но, блядь, уже заебало, да. В орехах, блядь, по-моему, как и было, так и осталось, если я не ошибаюсь. Или нет. Или все-таки перенесли ее.
Блять, я честно не помню. Но вот это место продолжения, знаете, большое, такая парковка большая. Можно свои тачки поставить вообще, вот свободно. Смотрите, сколько места. Именно парковать нормально можно будет свои тачки. Как бы... Есть тир, хотя, по-моему, везде есть тир. Если я не ошибаюсь. Да, вот, есть такой вот тир. В принципе, здесь можно постреляться. Я сейчас максимально не хочу поставить. Мы с лидером, то есть с Леоном, договорились. То есть, один косяк, все, если я... Косякну, короче, то сразу меня на 7 ранг. И все. Поэтому я сейчас максимально не нарушаю. Постоянно через бандикам записываю, таймы делаю и так далее. Поэтому все серьезно, пацаны. Я хочу, чтобы он отстоял эту лидерку. Или хотя бы стоял, но косяка с моей стороны никогда не было. Вот как-то так. Ну, это у меня все, пацаны. Приезжайте к нам в ОПГ Южное. У кого там фулл скиллы все, сразу в кап состав на 5 ранг идите. Я вас буду принимать, либо другие девятки вас будут принимать. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright.